Ариночка, скоро весна, так хочется обновлений. Вот ты с чего начинаешь обновлять свою жизнь? Я начинаю, конечно, с ярких акцентов, как ты меня учила, к весеннему настроению нужно весеннее покрывало. А у нас сегодня, Юль, еще не просто покрывало, а целый комплект вместе с подушками, подушки в подарок. То есть смотрите, как здорово, три предмета по цене 999 рублей. Ну и размеры мы сегодня тоже выбираем: полутораспальный, двухспальный и евроразмерный. Три размера на выбор, и это покрывало с подушками. Вы можете сразу обновить весь интерьер. Не нужно будет бегать и подбирать аксессуары. Причем на подушках можно спать, отдыхать. Одну положил под спинку, вторую взял и релаксируем. И все это из нежнейшей микрофибры с волшебными тюльпанами. Первый весенний цветок, первый распускается на грядке и дарит радость. Это акцент в интерьер, и, безусловно, такой интерьер никогда не будет скучным. Модная фуксия, основной цвет наших пионов в этом сезоне – это тренд в текстильной моде. Да, Юлечка, ты знаешь, как в хорошем советском фильме есть такая приятная фраза: «Я тебе носки связать велела, а вот спицами стучать не приказывала». Вот и у нас так получается, что порядок в доме навести надо, а времени и средств для этого всегда не хватает. И мне кажется, вот если у вас раскладной диван, как у меня, как у Юли, вот спешите на работу или встаете с утра, что нужно сделать? Просто одним легким движением накинуть покрывало, аромат пиона, и плюс еще украсить, задекорировать подушками. Смотрите, как сразу смотрится по-другому наша кровать. Вот две подушечки, покрывало, и пришла весна. Ваша персональная, личная весна у вас дома. Смотри, Ариночка, такое покрывало можно использовать не только для украшения. Это действительно вещь функциональная, если мы с вами говорим о спальне. Потому что без покрывала дом не дом. Оно весь день хранит для ночи свежесть нашей постели. Если вы хотите каждый день ложиться в свежую постель, без покрывала не обойтись. А когда оно еще и с секретом, покрывало, которое служит вдвое дольше. Аромат пиона, двустороннее покрывало из микрофибры. Так что в быту случается всякое. И испортили одну сторону, всегда есть другая сторона. Вот это да, вот это я понимаю правильное приданное, которое прослужит долго, которому рада будет каждая хозяйка. Но давайте с вами вот еще немножко пофантазируем, посчитаем. Три предмета, две подушки, покрывало, а цена... менее 1000 рублей. Вот это, я понимаю, находка. Вот это вы сейчас удачно зашли на телеканал Шоп-н-Шоу, присоединились к нашим эфирам. Ведь правда, один бесплатный телефонный звонок, Юль, и подарок, который подойдет абсолютно в любой дом, понравится любой хозяйке. Конечно, понравятся веселые такие цветы. Они, конечно же, создают акцент в интерьере. Может быть, вы немножко заскучали в своем классическом интерьере, однотонные цвета вам приелись, добавьте акцента в виде яркого летнего покрывала. Вы городской житель, вам не хватает красок природы. Вот вам, пожалуйста, весенне-летнее настроение. Шоп-н-шоу и самой уютной рубрикой дома. И, конечно, с самым качественным покрывалом. Вот такие роскошные пионы будут украшать вашу гостиную, вашу спальню, может быть, детскую. На дачу возьмем, скоро откроется дачный сезон. Вот смотрите, сколько предложений, сколько вариантов уже назвала Юля для того, чтобы изменить подход к своему интерьеру. Вот вспомните, давно вы что-то делали эксклюзивно для себя. Вот специально отложив все дела и себя порадовали, побаловали какой-нибудь покупкой. Давно? Тогда попробуйте сейчас, ведь Юль, 8 марта, так вот мужчины, вот уже сейчас. Проявите смекалку, сэкономьте семейный бюджет и порадуйте свою женщину. Юль, а зачем мы сейчас вообще мнем-то наше покрывало? А чтобы показать, что микрофибра прекрасно отстирывается, очень хорошо высыхает, даже евроразмер сохнет в течение 3 часов, влаги дома не создает, быстро высохло и тут же стелим. Внутри у нас прослойка из синтепона, поэтому аромат пиона располагается на кровати просто как зеркало. Зеркально-гладкая поверхность безупречно выглядит. Ваша кровать, ваш диван. И посмотрите, какие роскошные пионы. Вы будете наблюдать за этими цветами и расслабляться. Комната, где вы отдыхаете, должна быть максимально устроена на ваш вкус. А я очень люблю пионы. Как приеду к бабушке весной, как только начинают цвести, такой аромат в саду царит. Прям душа радуется. А вы представьте, что весь этот аромат окажется у вас дома. И для этого один бесплатный телефонный звонок. И причем, Юль, не будет как в фильме, да? Утром деньги, вечером стуле. Нет, все вовремя. Все вовремя. Вы оплачиваете свой заказ только по факту получения.